из рубрики «Накипело». Скажу, наверное, один-единственный раз, повторять не буду. Просто все, кто пишет чушь, пойдут в блог. Ни с какими бывшими, не бывшими, будущими мужьями, женами, любовницами, назло кому-либо, потому что, вопреки и так далее, я не общаюсь. Я занимаюсь своим любимым делом, живу своей жизнью, своим любимым человеком, общаюсь с очень-очень узким, так скажем, кругом людей. И я вас очень прошу, вот прям вот от всей души, перестаньте нести чушь. Вот. А тому человеку, кто эту сплетню активно вносит в массы, дабы опорочить мое существование, хотел сказать мое имя, потому что скажете, ты кто такая, ты же вообще никто, чтобы у тебя было имя. В общем...